Мыслитель намыслил, как мысливец. Мыслил, мыслил, да намыслил. Парк Хаят на Неглинной, дорогие друзья. ЦУМ почти на Неглинной. Большая Дмитровка справа. Ну и театральный проезд, в честь того, что раньше на каретах к театру большому ездили. Сумик, Москву, деньги срезает не по-детски. Просто кошеварит как надо. Как я люблю природу, мать мою. Хорошенький видочек. Погодка, конечно, не очень. Она такая... каша. Ничего не застывает, но при этом тает. При этом тает и никуда не утекает. Такой жопы в Сибири на самом деле нет. Это не то чтобы жалоба, но просто это какая-то хуйня, честно сказать. Вот давайте вещи своими именами называть в этот раз. Красавица Неглинная идет в сторону Цветного бульвара, естественно. И красавица Валентина никуда идет, не идет, стоит на месте. Детский мир когда-то, центральный детский магазин на данный момент на Лубянке. Лубянская площадь, здание ФСБ в 85 году достроенное. И здесь у нас малюсенький такой Третьяковский проезд. Такой, типа, столица моды, условно. Вот, пожалуйста, здесь кабана продают. Ну, не целого, а дольки кабана. И что мы еще тут можем наблюдать? Вот он. Том Форд, Баккара и т.д. и т.п. Нет, ТП это не то, что вы подумали. ТП это просто тому подобное. Том Форд. Отлично. Боттега Венето. От этого прям веет Италией. Я про Венету. И Хорхио. Ты уверен, что Хорхио? Может быть Джорджио? О, конечно, Джорджио Армани. Ну, иногда можно и Хорхио назвать. Ладно, давай Хорхио. А хули бы не снять? Гуляю здесь давным-давно, надо бы что-то и снять. Wine and Crab. Один из самых, наверное, недешевых магазинов. Магазинов? Ты что, рехнулся? Это вообще-то винный бар. Окей, винный бар. Ну, Никольская, столица... Нет, ну да, можно сказать, столица иностранцев в МСК. Ну, это, понятно, часы. AB Daily. Или AV Daily. Ну, такой магазинчик премиум-класс или люкс-класс. Вот. Такое, такая зарисовочка мини была о центре Москвы. Ну, точнее, о Тверском районе. Thank you.